всем привет. Пришел половить на микроджик. Такой прудик здесь, база отдыха. Окушка. Палка. Да, я наноджик. 0,2-3 грамма. Катушка кайдовская. Тысячная. Приманку поставил. Танту форелевую, розовую. Ну, половину от приманки. Да, окуня раздача хорошая. Небольшой, но у нас приманки. Такие места у нас. Кушок. Вот так вот. Плыви. Поклевка за поклевкой, просто. При каждом забросе практически, вот, может быть, при этом нет, что уже приманку подвел. Я не знаю, даже 4 подряд заброса, 4 подряд поклевки. Уже такое было сегодня, сейчас. А так, ну, очень хорошо ловит, приманку даже не меняю. Поставил половинку белой танты, и вполне она удачная. И небольшому окушку очень нравится. И даже не вижу смысла. Ну и зачем, в принципе, менять? А, вес грамм. 1 грамм. Вот видите? Зашел. Очень много небольшого окуня. Хотелось бы приехать поискать большого по водоему, но, блин, мелкого. Его просто здесь очень-очень много.
веревочку. Поклевочку. У нас сменил приманку на половинку такой форелевой танты, вес все тот же 1 грамм. Эта танта вместе с розовой, в принципе, очень хорошо работала. Мы посмотрим сейчас, что будет. До свидания. Удачи. Все взаимно.
кушок сел. Один грамм жиголовка, и вот поставил вот такой виброхвост фиолетовый. Сразу такой кушок.